Хакасию ждут теплые выходные и начало рабочей недели. Осадков тоже не ожидается. По данным синоптиков, днем в субботу и воскресенье плюс 6, ночью плюс 2, плюс 4. В начале новой недели, благодаря циклону, воздух продолжит прогреваться до 8 градусов со знаком плюс, ночью минус 2, плюс 3. Однако уже во вторник антициклон принесет порцию холодных воздушных масс, и температура начнет падать. В среду днем от 0 до минус 5, ночью минус 10, минус 15. В пятницу снова потеплеет и пойдет снег.